Сегодня готовим булочки с орехами. Вливаем молоко, добавляем сахар, дрожжи и перемешиваем. Всыпаем муку и соль. Добавляем мягкое сливочное масло и замешиваем тесто. Оставляем в теплом месте на 1,5-2 часа. Делим тесто на 10 частей. Раскатываем шарик теста, смазываем мягким сливочным маслом. Посыпаем сахаром и орехами. Накрываем вторым кругом. Дальше проделываем то же самое. У нас получится стопка из 5 кругов теста. Каждый круг смазываем сливочным маслом, посыпаем сахаром и орехами. Последний, 5-й круг оставляем без начинки. Все слои теста делим на 8 треугольников. Из каждого треугольника формуем булочку, как показано на видео. С остальными 5 шариками теста проделаем то же самое. Оставляем булочки для подъема на 15 минут. Затем смазываем яйцом и выпекаем 20 минут. Наши булочки готовы. Приятного аппетита!